последние сутки было зарегистрировано 24 природных пожара, все 24 ликвидированы. С 8 апреля в Приморском крае введен особый противопожарный режим. В этот период вводится запрет на пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципалитетов. Запрещено проводить огнеопасные работы, а экстренные службы все чаще собираются на совещания. Думаю, что такая работа даст свой положительный эффект. Пожароопасный период только начинается. Вот, то есть сейчас наиболее горимое время. Конечно, это еще и впереди праздники. Поэтому здесь необходимо принимать все меры. Проблема серьезная. Только за 11 апреля в Приморье потушили 24 лесных и природных пожара на общей площади более 590 гектаров, а также задержаны четверо граждан, проводивших намеренные поджоги сухой травы. Ответственность за борьбу с пожарами и за профилактику лежит в первую очередь на главах муниципальных образований. Есть особый протокол. Если в том или ином муниципальном районе по состоянию на 11 вечера каждых суток есть непотушенный пожар, то там и глава муниципалитета, и штаб переходят в режим оперативного дежурства. В 5 утра следующего дня на выявленные пожары должны выехать заранее подготовленные группы. Когда можно в утренние часы, скажем, там с 5 до 8, до 8:30 пройти максимальную площадь тушения пожара и задействовать незначительные силы для того, чтобы он был ликвидирован. К 9 утра, как правило, поднимается ветер, вот, более высокая температура, тушение пожара затруднено, он может охватить и зайти с другой стороны, в том числе, скажем, быть угрозой для жизни тех людей, которые находятся в лесу. Все чаще экстренные службы ловят злоумышленников, намеренно поджигающих сухую траву. Чтобы предотвратить нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, власти предупреждают. Такие действия повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере 4-5 тысяч рублей, на должностных лиц 20-40 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. Что показывает практика? Вот на вчерашний день при рейдовых мероприятиях очень много населения, особенно это касается дачников, просто не знают, что введен особый противопожарный режим. Ликвидировать пожары в первые сутки, не допускать распространения очагового сгорания, выдвигаться на термоточки в ранние утренние часы – такие задачи на ближайшие несколько недель в рамках особого противопожарного режима поставлены перед экстренными службами. Екатерина Зверева, Игорь Болтов, новости на 8.